Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы открываем рубрику «Обзор оборудования». Только оборудование мы будем представлять не то, которое валяется везде на просторах интернета, а именно то оборудование, которое реально работает, которое, так скажем, с эксклюзивчиком. И сегодня мы вашему вниманию представляем вот такой вот сканер OPCOM. Revision C. То есть этот сканер разработан белорусскими инженерами. Внутренности свои. Также программная оболочка тоже своя. Очень хороший факт в том, что он ставится на Windows 10 и работает на Windows 10. Все контакты по приобретению этого сканера я оставлю внизу под видео. Давайте вскроем упаковочку и посмотрим, что же представляется здесь. Вот к нам приехала коробка с адаптером, с гарантийным талоном, как вы видите, и номер, и все здесь адаптера существует. Кабель, ну и сам адаптер. Здесь эта цифра для активации этого адаптера, то есть этот адаптер просто так не запустить. Его нужно установить, точнее, установить программное обеспечение и потом активировать этот адаптер через специальную программу. Здесь стоят пломбы. Естественно, разбирать его нельзя. Вот такой внешний вид у него. Сейчас мы попробуем запустить программную оболочку и посмотреть, что же входит в состав этой программы диагностической OPCOM. Там автомобили до 18 года. Если старый OPCOM до 12 года, то этот с 18 и выше. Там уже представлены и новые авто. Давайте сейчас оболочку откроем и там все немножечко так пробежимся, посмотрим. И затем уже будем проверять его на конкретном автомобиле. У нас имеется Opel Astra H 2008 года. Ну и полазаем по блокам, посмотрим, что он вообще умеет и что он может. Так, вот наш испытуемый Opel Astra H 2008 года. Давайте соединим наше оборудование, адаптер, и откроем уже по ярлыку программу. Вот сейчас загружается оболочка. Ну вот, нажмем о программе, смотрим, что с 2002 по 2018 именно год. Нажимаем диагностику. И вот смотрим, действительно, 18 и выше. То есть вот 18, если открыть, здесь такие автомобили, как Insignia B, Grandland, Crossland. Вот такие вот двигателя здесь представлены, линейка очень большая. Кузов по кузову вообще, смотрите, сколько. Каждый модуль выведен отдельно, все на русском языке. Также Grandland. Ну, это новое авто. Ну и старое, естественно, никто не отменял. Вот есть special функции. В частности, насос. Видите? Ну и года тоже тут 90-е. В общем, охват большой. С 90-х по сегодняшнее время. Очень много всяких авто, которые вот фаза 3 Вивара, Каскада. Так, тут с 16-го пошли у нас уже вот такие, как Карл, Вива. Такие вот совсем, так скажем, новые авто. Ну, естественно, можно сделать полную идентификацию, нажать ошибки, он прочитает все модули без исключения и выведет в правую сторону экрана все ошибки, которые существуют в модулях. Также их можно будет потом и стереть. Ну, в китайском тоже имеется, естественно, такое, но здесь функционал расширен. Расширен очень здорово на самом деле. Такие вот Адам есть, такие вот авто. Видим, да, что много всяких автомобилей.
Вот видите, блок управления инжектором. То есть, ну, поразительный функционал, если честно. Сейчас давайте мы тогда пойдем к автомобилю. У нас застрял в сетях Opel Astra H 2008 года. Ну и просто заберемся в какие-нибудь блоки, посмотрим диагностику и так далее, и так далее. Да, чтобы ни у кого не возникало сомнений, давайте посмотрим, какая операционка у меня установлена на ноутбуке. Вот мы видим Windows 10 Pro. Обком запускается без проблем. 8 гигов оперативы. Это Dell. Ну, в общем-то, вот, работает все без проблем. По установке на Windows 10 контакты, которые будут внизу, также можно обратиться по этим контактам, и дистанционно ребята помогут вам установить на Windows 10, потому что установка, скажу вам, нелегкая, но тем не менее они за отдельную плату, совсем за небольшую, установят вам полностью на десятку, и будете наслаждаться уже полным функционалом и работой, и скоростью, естественно, этого обкома. Нажимаем диагностика. Так, у нас 8-й год. Выбираем 8-й год. Так, Astra H. Вот она. Ну, давайте двигатель. Значит, двигатель. У нас Z18XER. Вот он. Вот он пошел уже грузиться. Кода неисправностей нету. В общем, работа просто очень быстро. Не успеваешь даже, собственно говоря, нажать кнопку, он уже считает все. Вот даже здесь есть, можно, видите, пробег сосчитать. Вот так вот. Ну и дата лист, понятно, здесь это все. Напряжение и так далее, и так далее. Датчики. Давайте еще, может, зайдем в какой-нибудь блок. Давайте, например, кузов зайдем. Вот тут полно всего, видите, панель инструментов, например. Вот, вот так шустро прямо, вот, ну, не успеваешь действительно моргнуть глазом, вот он уже все. Да чё быстрый, ну, сам ноутбук быстрый, но и все равно и программное обеспечение с железом тоже очень быстрое. Можно также здесь выбрать вот автомобиль в целом. Вот идентификация автомобиля. Можно просто нажать идентификация. И он сейчас его... Вот. Вот с правой стороны он здесь написал, что это за Astra, что за блок стоит, и так далее, и так далее, и тому подобное. В общем, на самом деле прибор просто супер. Всем рекомендую, от себя лично рекомендую. Буду пробовать его на более свежих автомобилях, на новых автомобилях. Заказывайте, не стесняйтесь. Ребята всегда на поддержке. То есть и программное обеспечение, и железо. Железо тем более на гарантийном талоне. Вот, так что вот даже не нужно заниматься опелями. Просто такой обком должен быть у любого, кто занимается электроникой. Просто лежать вот как бы, как вариант. Да, можно быстренько раз воткнуть, посмотреть что. Ну и дальше уже принимать какие-то решения, совершать какие-то действия. Итак, сегодня мы с вами разобрали диагностический инструмент Opcom Revision C. Здесь дается ссылка на скачивание программного обеспечения. Вот по QR-коду прямо можете загрузить. Там, в принципе, все понятно. Единственное, что по установке на десятку, да, свяжитесь с ребятами, и они вам помогут дистанционно все это дело прилепить к компу. Всем всего самого наилучшего, много хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное, крепкого-крепкого здоровья.